На Лопатинском руднике начали ремонт дороги в Зеленом переулке. Проводит его дорожно-строительная организация номер один. В планах замены асфальтового покрытия, бордюра, ливневых сливов и лежачих полицейских. Объем большой, только вот по переулку Зеленому и по улице Светлая с переходом на переулок Юбилейный. Это порядка 2400 только бордюров. Ну, площадь можно посчитать, то есть большая площадь будет нового асфальтового покрытия также покрыта. Это еще связано с тем, что закончились работы по прокладке коллектора. Естественно, где-то поломали, где-то дорогу, где-то перешли. Поэтому будет все заменено и приведено в надлежащий вид. Жители микрорайона давно ждали ремонта этого участка дороги и довольны предстоящими обновлениями. Дорога должна быть хорошая, чтобы и людям ездить было удобно. Так что это хорошо. Все, что делается, конечно, хорошо. Что там говорить? Спасибо только им большое. Сделают, и все будет. И сейчас хорошо у нас. Прелесть. Я думаю, мы как в хорошем городе живем. И зелени, и все у нас есть. Ремонт дороги завершится к началу осени. Карина Леднева, Владислав Максимов, новости из Искра-Вэкт.